По прогнозу погоды где-то через неделю обещают морозы до 20 градусов ночью, даже за 20. Поэтому нам надо сейчас поставить задачу расчистить, значит, все улицы с тем, чтобы под мороз это все было прочищено. За минувшую неделю с городских улиц служба благоустройства вывезла почти 5000 кубометров снега. Коммунальщики активно работают днем и ночью, очищают снега и наледи, пешеходные переходы, тротуары, мосты. Ежедневно в уборке территории занято до 5 единиц техники, а буквально сегодня в Котлас пришел новый автогрейдер. Стоимость техники составила 5 миллионов 622 тысячи рублей. Планируется, что данный новый автогрейдер выйдет в эксплуатацию на следующей неделе, не ранее, чем 7 марта.